В Большом театре долгожданная премьера «Опера Садко». Последний раз ее играли в 1984-м. Это большая русская опера. На сцене единовременно около 200 артистов. У этой оперы есть сформировавшаяся ложная репутация, что это такое, что такое огромное, былинное, далекое, грандиозное и совсем не про нас. В общем-то, мы в этом спектакле пытаемся сделать так, чтобы мы, в общем, от этого клише из учебника отошли. Основа сюжета – новгородская былина о молодом гусляре Садко, мечтающем о богатстве и странствиях. Создатели уверены, зрители смогут увидеть в сказочных персонажах современных героев. Представьте, человек не очень уверенный в себе. Вот, у него, возможно, в доме, в семье свои какие-то проблемы с семейной женой. И вот он приходит, ну, получить тот опыт, чтобы себя чувствовать более уверенным в сегодняшней жизни. В музыке Римского-Корсакова мотивы русских народных песен. Декорации – отсылка к не менее громким именам. В начале 20 века 5 великих русских художников создавали сценографию к Садко – Коровин, Билибин, Рерих, Егоров и Васнецов. В частности, в 1901-м Васнецов создавал декорации для Мариинского театра. В нынешней постановке его работа открывает первую сцену – терем, где на пир собираются богатейшие купцы Великого Новгорода. Это художники, которые создавали каждый свое пространство. Мы пытались сделать продолжение той живописи или тех эскизов, которые до нас дошли. Потому что мы думали, вот если бы сейчас пришел Рерих, как бы понравилось бы ему это или нет. Первые премьерные показы пройдут в феврале, после чего Садко вернется на сцену Большого в мае.